Карьера. Существуют проблемы, с которыми не обратишься к друзьям. Меня шантажируют. Не пойдешь в полицию. Полиция обвиняет моего парня в краже вот этого набора. А он этого не делал. Ну, естественно. И лучше, чтобы о них никто не узнал. Я не хочу потерять семью. Тогда на помощь приходят они. Настоящие детективы. Мы организовали детективное агентство «Тайная жизнь». Четверо сыщиков возьмутся за самые запутанные. У меня дочка пропала. Самые странные. На камерах ничего нет. Мистика. И самые опасные дела. А меня, правда, могут убить. Постараемся это не допустить. Новый детективный сериал. Обычно дела мы не берем. «Тайная жизнь». Премьера 18 марта в 17:00 на СТС.